Короче, взял я рамку, которая на выбраковку. Вот, там они не довыбирали. Вырезал с нее вот такую пластиночку. И сделал такой же изолятор. С одной стороны я подрезал практически до ноля. И, короче, поместил матку вон в тот улик белый на втором плане. Бывший лежак зеленый. Вот в этот улик. Вот, сегодня 3.06. Фотки я там сейчас показываю как раз. Посадил я матку туда. Так, и написал 3.06 матка в изоляторе. Вот так. Что еще сделал? Так, здесь тоже загнал в никот. В никот загнал маточку. Так, здесь я поставил 145, короче, поделил пополам, убрал матку. Вот, пока не снизу ганиманка лежит после первого корпуса 300, потом 145 идет, сверху тоже разновозрастный расплод, ну и короче расплод само собой пополам поделил. Вот, так, здесь контрольку поставил. Вот в этом улике был маточник. Вот, матка там давно уже нету, подставлял рамку, ну как бы матка или придавилась, или что-то такое, ну, моя вина, скорее всего. Вот, был маточник, ждал, сегодня глянул, нету, короче, маточника. Рамка была отмечена, все, подписано, нету. Короче, решил, думаю, ну ладно, сейчас мы... Вот этот я переформировал, то есть решил на двухматочный перевести. Сверху, снизу матка, вот посередке. Ну, пока они сейчас все маточники будут тянуть, естественно. Сегодня я поделил их. Вот, пчелы тут хватают. Вот, ганиманка перегородил. Пленкой даже не стал пока. Вот, они оттянут вверху и внизу маточники. Ну, решил, так, 145 идет, а потом, чтобы больше просвет был. Вот, две сестренки родятся, будет нормально. Вот, испробовано, ничего они не убивают, все нормально. В клипе как раз будет все супер-пупер. Так, вот. И обработать потом можно будет. Там где-то рамок 12 расплода. Вот здесь вот. То есть по 6 вверху и внизу. Так, здесь матку отсюда взял. Ну и, короче, по дурости, и нечаянно я ее случайно, и нечаянно, короче, по дурости в изолятор сунул, и они ее убили. Вот. Сначала приняли вроде, а потом убили. 15 минут убили матку, ну и хрен с ней. Значит, туда и дорога старой матки, все равно уже менять пора. Так, поставил контрольную засевом, разновозрастным таким, от яиц. Время уже вечер, да и сегодня пасмурно. Вон, скажем так, облачка, солнышко не выходило. Да, цветет у меня по цели, зацветает. Вот, скажем так, здесь во дворе, но, естественно, там на огороде, сейчас покажу. Так, вот такая картина на огороде, но тут еще только начинает зацветать, а вот правая сторона уже как раз цветет, ну, зацвела, можно сказать. Тоже еще не в разгаре. Вот. Ну вот видно. Вот. Тут она густо на меже, не дает парею пройти. Специально так посеяно. Ну, а это все зацветет. Она сейчас кустится. Погода самый шик. Благодать ей. Вот. Как бы так. Ну, естественно, акация у нас. Все, ёп. Так. Ну, вот как-то так. Вот такие пироги. Вот, пчелки летают. Вон даже на поцеле еще сейчас есть. Время уже 5 часов вечера. Пасмурно. Вот, видите, вот пчелка. Вот. Моя, не моя. Не знаю, пусть будет моя. Вот как бы так вот. Вот такие пирожки. Кратенький такой обзорчик. Естественно, здесь ее никто не стал вырубать. Пожалели по целью.
перцы не частично оттуда перекопали. Здесь вот тоже она сама собой зашла. Самосев. Вот. Так что вот тоже начинает цвести. Вот пересаженный болеет немножко, ну поливаем так вот. Это грецкий орех. Так, здесь у нас лаванда. Лаванда. Вот, ну как-то так вот. Да, сейчас покажу. Забыл. Айва японская. Ягодки какие на ней. Ну она тут очень плохо. Ее нужно будет с тени пересаживать. Несколько завязалось. Вот как показать-то. Сейчас попробуем вот так вот. Сейчас мы сфокусируем. Сфокусируем. Так. Так. Никак фокус. О, пошел фокус. Вот такие вот ягодки. Будет айва. Вот как-то так вот. Вот так вот. Так, ну а тут повложки, мовложки, там подобное всего полно. Вот. Ромашка. Ромашку вырубали в этом году. Виноград какой-то в этом году, не поймешь. Желтый лезет, листья. Вот. То ли мороз, то ли что. Вот. Хрен его знает. Короче, как так. Так, что у нас тут? Павлония сейчас. Павлония. Тут всякое. Вот. Ну а посад. Это внутри. Вот так вот. Тут пятый сорт, он везде есть. Так. Что-то так прям притормозило все. Вот. Ну а вот эти вот повложки. Вот такие вот от. Поедут у нас. Так, сейчас мы покажем. Такая развитая корневая система. Все у них тут в порядке. Так, неудобно и снимать. И все аккуратненько делать. Вот как бы так вот. Так. Вот. Это я отдал маме. Она тут. У нее почему-то зеленее они. И последний. Я думаю, грунт, который посаженный был, в который они были посажены. Вот. Кстати, вот тоже павлония. Вот признак того, что они принялись, павлонии. Вот, скажем так, вот появляются в сердцевине. Сейчас мы резкость наведем. Вот так вот. Вот такие вот, вот у нас как фиолетово пышные листочки пошли. Вот. Это уже не семидольные, естественно, семидольные вот там они внизу. Ну, что-то у меня вообще все тормозит. Вот так вот все тормозит. Вот как бы так вот. Вот. Так, ну это вот у нас грецкий орех. Грецкий орех. Редька. Грецкий орех. Вот какие приросты за этот год он дал. Вот. Покуститься. На следующий год зацветет, я так думаю. Вот. Уже, скажем так, уже выше меня, уже 2 метра точно есть. Вот как вот так. И отдельно растущая повложка. Надо куда-нибудь ее пересадить, наверное, на улице просто. Вот. Скорее всего, от томинтоса. Вот. Здесь вот, если присмотреться, я не знаю, будет ли в сердцевине. Нет, еще нет. Она в горшочке, ей надо корни, чтобы хорошо шли в глубину. Вот как бы так. Так. А тут сливки у нас. Я рассказываю, тут все гаснет. Так, да? Вот. 3/6 матка в изоляторе. Так. Это у нас получится вот тот улик серенький и вот этот улик. На вывод работают. Да? Так, а там... Там у нас... Я забирал рамочку, да. Забирал рамочку, там у них
по-моему, как-то так, да. Для контрольки. Здесь я ничего не разворачивал, просто на два корпуса верхним сидят, через нижний, ну и там и перга, и все. Пока еще ничего не делал так. Короче, набирать силу. А здесь уже силу набрала она. Поэтому как бы так вот все сделано. До новых встреч. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот как-то так. Вот. Цветет белый пиончик. Погода великолепная. 20 градусов тепла. Можно было бы 25. И так вот влажность. Все растет, все хорошо.